Всем привет, друзья, с вами я, Дима Нормуль, Олег Брейн и дядя Женя, и мы продолжаем играть в Rust. Смотри, Жень, смотри, смотри, Женек, смотри. Страшно, капец, да? Капец страшно. Обосрал? Ну, было немножко срачно, да? Вообще, да, вот прям сижу, мокрый стул. Как твои штаны хайписта, нормально восприняли? Штаны хайписта намокли уже, пощипывает уже. Намокли сладким сном. Песня была. Твои штаны намокли сладким сном. Твои штаны. Намокли сладким сном твои штаны. У тебя все вообще в порядке? Ну, так сам. Что, мы в ночь пойдем? Нет, в ночь мы не пойдем. Мы же не совсем. А че ж ты выперся тут? Мы же не совсем хайписты, правильно? То есть, парни. Только лютые хайписты ночью ходят, ну. А мы уж так себе. Профильный хайпист. Жень, давай еще раз. Че? Давай в прятки, я спрячусь, напугаю тебя, а ты заорешь. Вот мы же никогда не слышали, как орет дядя Женя, понимаешь? Вот уже один раз оранул в голосину. Давай, Жень, смотри, я такой... Давай. Страшно было? Я вообще-то под лестницей. Блядь. Черт. Что-то не очень, да, не удалось испугать. С какой лестницы? Может, лестницу перевернем, кстати? Жень, давай в последний, в третий раз. Вот ты спрячься где-нибудь. Давай, спрятался. Хорошо, а я такой типа ищу тебя, да? Давай, ищи меня. Женечка, ну что? Нашел, нет? Ты чё? Нашел удачно, хорошо нашел. Блядь, ну ни хрена себе, ну ты это вообще. Испугался, все? Да я вообще очканул, прям вообще. Ой, дал? Очковая кобра, подружка моя, знаешь? Очковая кобра. Очковая кобра. Кобра. Где твой лут? Где мой лут, Сразу какая-то как коршуны налетели голодные, какая-то тервятники на лут. Налетели сразу, мой лут, автомат. Патроны. Опа, утро. Вот пулик. Свет от пулик. Пулик, свет от пулик. А где мой автомат, ёпта? Он валяется. Олег, ты сейчас примерно умер в такой же позе, как в той игре. В какой игре я умер так же, как здесь? Ну так, крючкой, оп. Не знаю, у меня крючком лежит нормально. Оп, поеблишку, хлоп. Пошли на улицу. Пойдем. Сегодня прям в ударе, да? Прям вот такой прёдыш прям. Слушай, я уверен, эту серию никто не посмотрит. Обычно смотрят безюморные серии, такие, без юмора. Обычно скучно. Слушай, давай дисклеймер в начале серии сделаем. Юмора какой? Здесь нет, уходи. Опа, о, человек какой-то, человек, смотри. Маэстро. Маэстро? Привет. Здравствуй, маэстро. Ты решил за всех троих рассказать, что ли, да? Я решил. Приветствовать за троих решил сразу. У вас троих вместе взятых. Вот теперь вас троих спрашивают, можете отвечать? Че он говорит, у вас Дуралеев? Отвечаем. Да не Дуралеев, как у вас троих, жизнь он спрашивает. А, у меня послышало, как хорошо, у вас Дуралеев. Все нормально. Ну, это прекрасно. Маэстро, как громко ты можешь крикнуть в микрофон, скажи мне? Хочу орать. Я этого делать не очень хочу. Мама спит с папой. Мама с папой спят, нельзя орать, че. Не хочу ничего делать. Я не буду кричать с тобой. Я не такой. Ну он гитарист пришел, смотри. Хрюша Ру. Хрюшка. К вам побежал. Он что, не заметил, что мы здесь стоим вообще-то? Ну вообще пофиг, он побежал играть дальше. Может, пойдем куда-нибудь? Ну пошлите, а что встали? Тут вертолет рядом летает. А может, вертолет загасим? А патронов не хватит. Ай, ёкало, мы наняли. Давай хотя бы попробуем, Женя. Мы начнем. Ну. Давай. Где он? Я готов. Где вертолет? Он вас сейчас вертолет. Надо кибитку построить какую-нибудь. А мы в дом забежим в этот. Я не знаю, чей это, я просто могу его открыть. Да, просто пароль подобрал брутфорсом, да, и зашел. Я случайно. Просто да. Случайный дом. Брутфорсер Олежек. Вот так вот оно.
Давай сделаем эту серию воровской, такой прям по понятиям, по ЖЗ. Хайпист брутфорщик. Не бойтесь, мы рейдить не придем. Не бойся меня, я рейдить не буду тебя. Я просто убью и ножичка захвачу. Ну так а чё это? Чё сели-то? Чё сели-то? Сыграй Нирвану, сыграешь мне? Давай. Rain me, my friend. Ту-ду-ту. Только Мурку. Кого? Мурк? Мурку? Давай Мурку. Мурку тоже можно. Чё-то на Мурку-то не похоже. Мурка, муреночек. Мурка. Ну? Так, где Мурка-то? Тут есть какой-то еще город бандитов. Давайте туда сходим. Давай давай в другой город. Там просто город есть. Пошли в другой город сходим. Пошли. Вот сюда. Тогда давай, нам давай, надо. Давай. Ну, веди. Над нами вертолет. Может, над нами вертолет. Он сюда летит. Где вертолет, алё? Он сюда летит, сюда летит. Сюда летит? Да. Так не прячься, чё вы, за брутфорсенный дом зайду-ка. Где? Я не вижу, например, вертолет. А, сейчас прилетит, вот он увидишь? Сейчас будет через 3 секунды. С какой стороны? Во, летит уже, ты спрячься. Ой, ёка, как я. Бля. Всё, понеслась. Вот. Понеслась, да? Закрывай. Был хороший это. Домик. А, нет, я ошибся. Вот это было хорошо. Подожди, Хрюшу завалили, что за плохую музыку, что ли? Ты же дверь не открыл, сейчас и маэстро завалит таким же образом. У нас же... Подожди, дверь, проверка двери, сейчас. А, давай, сделали западло, да? Все, быстро забыли. Открывай. Забыл посмотреть на карту. Заходи, там дверь открыта, ну. А где? Пошли посмотрим, пойдем пропасем. Пойдем пропасем, босяк. Босяк, она. Заходи. Дверь-то открыта? А дверь-то открыта, заходи. Дверь-то открыта, заходи. Работает система, смотри, а. Смотри, зацени, а, и все пашет. Многоходовная штучка. Многоходовная. Он пошел за другом. А кто из пулика стреляет по вертолету? Это друг его. Серьезно? А нет, это не друг его. Это не друг. Это не друг его. Не друг. Слушай, так пошли, я постреляю по вертолету, и мы проверим крепость нашего дома. Ёпта. Что-то это как-то сомнительно очень. Да, один выстрел примерно по дереву и все. Да. Он быстро рушит, по ходу дела, я так понимаю, да? Он очень сильно бьет. Дима, ты часто играешь? Нет, к сожалению. Ну хотя бы знаешь, как он что делает, нет? Да. Он стреляет, он может либо. Пошли, заценим. Он либо ударными ракетами, либо зажигательными. Не, лучше с пулеметом не надо, иначе больно. Не надо. Я хотел проверить дом на прочность. Пусть лучше с пулеметом. Дом на прочность. Не, лучше это не стоит проверять. Чё, ты кто-то орёт на заднем пулемете. Вон, гитарист бежит, а по нему вертолёт. Камень уж подавлен. Подожди, я случайно... Чё там троих Маэстро у нас дома. Что за мясо? Раз маэстро у нас дома, давайте музыку включим. Жги. А как он зашел? Там же брутфорс. Музыку. Вот, Женя, твоя система не сработала, он зашел. А, подожди, а он не мог никак зайти в маэстро? В смысле не мог? Он зашел же, ты же видишь. С какого перепуга там решетка? Чтобы мой друг тэпнулся, потом очистить шкафчик. За какой шкафчик? Ёпта, тебя проще вальну, чем шкафчик очистить. Ну, какие шкафы могут быть? Вы о чем? Жень, выпроводишь его отсюда? Или где он? А, вот он. Это очень сложно. Выпроводите его отсюда. Уходи, а кто впустил его сюда? Уходи. А кто его впустил, ты мне скажи вот сперва. Я не знаю. Может, он я за мной зашел, понимаю. Когда я забегал? А, может быть, в это в суете-то, в этой пулеметной. Вертолет улетит. А он улетит? Я вам правду говорю, лучше уберите пулемет в инвентарь. Потому что он может сейчас сорваться. Хочешь поиграть в игру? Мы выбегаем. Угу. Так. И разбегаемся. Дальше. И что это будет? Под вертолетом. Под вертолетом. Под вертолетом. Играю с Эмкой под вертолетом. Женя, пошли, Женя, пошли завалим его. Чего бояться жизни, да? Пошли, Женя. Давай. Ты уверен в этом? Женек, смотри, значит. Женя, ёпта. Женя, какого хера? Ёпта, Женёчек, ты что? Все, пока. Я лёг. Ты тоже лёг? Нет, ещё жив. А, хорошо. Иди подними, Женя, иди подними. Пойду подниму, сейчас пойду подниму. Анкл был застрелен, Анкл утонул, Анкл был убит. Кто тебя нагнул? У Анкла.
Уанкл. Уанкл, это блок. Как Уанкл Бенц. Уанкл Бенц, только с фасоль, да. Ща. Ай-яй-яй-яй-яй. Зачем мои пулики собираете? Кому прописать леща надо? А, ладушки. По вертолету. Ай! По вертолету. Воу-воу! Убери пулемет, а то он так и не улетит. Да! Че там у вас? Меня весело. Убили вас всех? Ага, Диму шмякнули, короче. Да. Херово. Ну, пацаны, ну мы же договорились взять вертолет положить. Ну что вы как это? Так глажи, клади. О-о-о! Я же жду. Да, это по мне пытался, но он же не убил меня. По-моему, он по мне вообще пытается. Что за лабуда? Лабуда. Лабуда. Ла-ла-ла. Отличная песня. Подожди, это не вертолет, это человек по мне какой-то гасит. Ну, человек в вертолете, наверное, да? Не-не-не, с берега. Понимаешь. Домик трогать не буду. Да ладно, не трогай домик. Ну, это незачем. Никто не просил? Во! Ну чё, успешно? Чё, там беда, Женёчек, да? Да нет, мне он по мне не стреляет, мне же оружия нет, любовь. Ага, по мне тоже не стреляет. По мне тоже бандит нихера не стрелял. 4 раза пидорк убил меня. Стесняюсь спросить, а какой пароль? Не стесняйся. Отличная система, Олег, надо оставить дверь, не паролить её, да? Да. Потом забежит маэстро, перепаролит и все. Не шучу, пароль 4 пятерки. 4 пятерки пароль. Угу. Хорошая система. Я просто успел узнать пароль. Пожалуйста, убери, он на тебя сагрен. Ну-ка, прямо майка тогда. Все, 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 все. Все убрал. Никто на меня больше не сагрен. ТПА. А, в меня кто-то из лука стреляет. Вот я же говорю, там кто-то палит. Я же говорю, я говорил. А я говорил. Эль какой-то там. Эль какой-то. Эль Кантара. Эль какой-то там. Эль Кантара какая-то, не знаю. Да тем более сейчас на вертолет сбиваются люди, поэтому я ничего вам не советую. Он советует нам просто тихо бегать и лутать землю. Советует лутать землю? Хороший ход. Многоходовочкин. Очень ходовочкин. Все, вертолета нет, чувачка валит все. Да чё, конечно. Вертолет, да, его нету, конечно. Я спрятал лично автомат, я не знаю, чего он бегает. Ну, надо выбежать. Надо выбежать и сдохнуть, да, как бич? Не-не, я ж пустой. Он меня трогать-то не будет. Я так думаю. А меня-то за что? Я ж пустой. Так ты, наверное, в этом. Нормально так нормельно положили, да? Ненормельный вертолет надо назвать, короче, ролик. Так и будет кружить, так и будет кружить, а? Ты смотри, какой. А почему он по домам не долбит, интересно? Ох, ёп. Кто стреляет? Я подозреваю, кто стреляет. Это какой-то Эль там. Эль. Женечка, приди. Это Олежек, Эль. Эль стреляет. Женя, что ты тут делаешь? Еще один вертолет. Ручку отрабатываю. А почему два вертолета? Уже два вертолета. Друга позвал своего, да? Видимо, понял, что Брейна в одиночку не взять. Первый, я второй. О, маэстро тоже теперь этот автомат. И он сзади нас. Так он у меня отобрал, конечно. Ёп! Да, блядь, что это было? Что это? Вот так вот. Ну все, вертолет начал бушевать. Ты перематывался, теперь лежишь трупом. Че, хуевая перевязочка была, что ли, или что? Так себе, компресс не пошел, ну. Не пошла, да, Женечек, беда. Как мертвым припарка, ну. Дрищельваль. Ладно. Так дом же не разрушился, ты мне говорил, дом разрушится. Это Дима говорил. Ну, смотря куда он стреляет, если по дереву, то да. По дереву. Подожди, он же ракетами долбил. А, у нас двери уже нет, можете забыть про дверь. А, все уже, многоходовка не работает. Теперь любой желающий может пройти. Нормуль отправил вам запрос. А что, я вообще сам где-то непонятно где. Сейчас коллежку ТП-шку. Вижу, да, мы рядом, да. Сейчас я пацанов приму сюда, а то их убило. 2 минуты 50 секунд ждаю. А у вас мешки же есть эти домашние? А, так хом есть, что мозги-то парить? У меня спальника нет почему-то, сейчас надо поставить. Сюда сложу, короче. Хом один у меня есть 25 секунд. Сейчас приду. Сейчас приду сюда. Ракет? Не, братан, я мини ракет, прости, пожалуйста. Я тебя не слышу, тебя плохо слышно. Я не хочу напрягаться, тебя слушать. Ты хороший человек, я не спорю, но я тебя не слышу. Домик неплохой. Спасибо.
Домик не плохой. Да. Дырка в стене, кстати. Дырка в стене. Сейчас пацаны придут, залутаются. Все это заделают. Пацаны, у нас дырка в стене. Пацаны залутаются. Пацаны, у нас не только дырка в стене, у нас ни двери, ничего теперь нет. У нас дом, заходи, хватай. Давай сделаем супермаркет такой. Заходи, бери. Супермаркет. Я предлагаю в следующей серии, кстати, сделать реально такие лотки, покидать туда лут и запускать людей. Я не могу поставить cannot for a place. А, у меня дерева нет. Cannot for a place. Опа, 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 бичик. Опа, 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 многоходовка. Опа, положили, бля. Положили, подожди. Многоходовочка. Женя, меня убил чувак, это не самолет. Я вижу, что тебя чувак убил. Я его тоже убил, все, пошел. Опа, опа, подними меня, залутаем его вместе. Мы сделаем с тобой. Я его слил, видал, да? Да ты вообще царь и бог. Вообще, брат. Бог картох. О, спасибо. А где мое оружие? Да вот у меня в руках. Я ж чем его убил? Не пальцем же своим. Пацаны, вы так вовремя рядом. Я лежу, все рядышком. На, держи. Я профессионал. Иди забери свой вертолет. Пистолет. Бесхозный пулемет. Это Олежка. Бесхозный пулемет. Забери свой вертолет. Слушай, а там все-таки... Так, пошли залутаем его. Разденься, иди лутани. А, ты уже, блин, тебе уже пятки сверкают только. Я только предложил, Женя уже побежал. Ну, не то слово. Какой о, да тут лут детского, то-то-то-то-то-то-то. А, ты все бери, все бери, Женя, все надо. Быстрее, бери. Жадность, жадность фрая разгубила. Все бери, Женя, его труп сюда тащи, мы сами его раздерем, раздеребаним, блядь. Бери, Женька, все бери, все надо. А оружие где его? А вот и калашечек хочу, ну-ка. А вот и калаш. А вот и калаш. Все. Вот и калаш. Иду, иду, иду. Наш калаш. Абаньки. Красота. А ты какой все. Попрыгунчик, молодец. А то. Сейчас я как наряжусь его одежку-то. Ох, как хорошо-то будет его шмотка-то. Смотри-ка. Ох, так тебя из-за него примут, может. Иди обратно к ним в лагерь. Не узнаешь, кстати. В лагерь зайди. Пойду сейчас. В лагерь пойду. Пошли на улицу, да побегаем, допустим. Ботинок нет, подожди. О, кловсы и лезеры. Чё? Кожа лезеры. И ткань. Клосы лезеры. Клосы энд лезеры? Клосы энд лезеры. О, бурлап. Я взял бурлап. Бурлап? Бурлап? Бурлап. Это как пушап, только бурлап. Пошли на улицу, хули мы в доме сидим вначале. Как бич сели. Пошли. Сели и сидят, блядь, три куркуля. Нормально, понимаешь? Не выйти, ничего. Как домосед. Не зайти, ну да. Домоседка, серия домоседа, блядь. Ну надо на сесте, давай, пошли. Выпроводить. Из дома. Выпроводим так сейчас. Вы, он за нами выйдет автоматом. Он первый на улицу убегать хочет, смотри, он маэстер. Хочет, смотри. А чё, какой поберлёп? Пароль наш основной. А. Вам может чем-то помочь, принести что-то? Хватит тыкать. Сколько трупов, смотри. Раз трупецкий, два трупецкий. Трупецкий. Пошли налево, направо побежали. Мне кажется, там что-то есть. Давай. Там что есть? Там город бандитов. Насрать него. А, мы хотели на новый пойти город. Пошли в новый город. Пойдем. Потом вертолет сбил все планы, нарушил. Новый город. Новый дом. Новый дом, новый город. Новая жизнь. Да. Да. Вертолет опять сюда летит. Да пошел он, собака такая живая. О, блин. Где? Он справа летит. Да пускай летает, чего не мешаем. Давай найдем место, иначе убьет, обидно будет и бы. Надо кибитку быстренько сейчас забодяжить. Забодяшь. А у меня, наверное, кит готов. Кит китов? Кит готов. Блять, он реально сюда летит, сука. Да, ну, конечно. Собака вшивая. Ну, давай за дерево, может, где-то. А вон Димас сделает кибиточ. Давай, да. Быстро. А, слушай-ка, ну-ка. Ханука. Оу. Ведь действительно, он никогда в жизни не разобьет соломенный дом. Да, конечно. Ведь это такая защита. Это 100% гарант выживания от самолета. Не видит. Да? Ага, не видит. Сейчас он дарахнет, и все. Не. Так бы умер кто-то один, а умрем все втроем. Вот все, улетает. Не, Жень, зачем? Не надо. Да я так просто время. Все, ну, уже не лишнего металла много, да, Жень? Хаиш. Я ж залутал этого челдика. А что за патрон у него, интересно? Все, теперь побежали быстро, перебежники, давай. Перебежчики. Поможет, нет? Жень, ты бы там еще спальник бросил бы на всякий случай в своей будке. Так я вообще-то бегу. Куда? Спальник кинуть. Спальничек бросил, вдруг помрешь. Ненароком ты подохнешь. А у меня нечем спальник делать. Сострил, хорошо.
Молодец. Хорошо. Вот это было хорошо. Слово. Так, давайте чуть левее. Чуть левее или правее? Левее. Левее, так ты лево. 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 Я ходил налево. Русая коса. Если ты поешь, запомни, помнишь, как мы говорили? Да, если поешь ролики, пить, значит сразу все. Сейчас, сразу убьют. Это все, значит конец, все, да. Закончились слова, начались отляски. Да. Это когда как пошутить, начинаешь петь просто и все, да? Когда шуток нет, начинаешь петь любые а фразы. А почему в мультиках про Дисней все поют тогда? Шуток нет, потому что. Вселенская тайна. Все правильно. Подожди, так нет, поэтому поют. Песня же лучше воспринимается, чем юмор. Ну, шутка запоминается, песни-то нет. А это как в индийских фильмах тоже. Песни же можно шутить. Песни можно шутить, но это тогда надо это. Вот это вот, сарай вот этот, да? Это новый город? Нет, это что-то такое. А, это вот так, это... Сарай. Это капелька воды. Это Раст водоканал какой-нибудь, да? Ну, это точно водозабор. Можно бух побухать. Бух-бух. Город здесь. Главбух. Бух-бух, главбух. Ты решил этот, срепировать немножко? Да, реперок. Рэперок с района. С райончика. Рэперок с райончика. С района. С рэперком-то. Так, а ну так вот. Свежий рэп. Ты свой с рэперок-то прикрой. Ты попробуй, кстати, в стиле новой школы, Женя, зачитай рэпчик. Вот вся твоя игра должна быть в Расте, как в рэпе. Говёная, да? В нынешнем рэпе, что ли? А, я понял. Современный рэп нужен? Да, Жень, давай за современным рэп. Так, оружие из рук. Ох, какой ты басовитый. Ох, какая бочка качающая, а. Ой, этот бит точно будет тащить. Это были слова. А. Я просто настолько умен, что не понял, не разобрал. Ну ты же старая школа. Интересно, а рэп в будущем будут для IQ писать? Допустим, у тебя IQ 50, ты понимаешь. А вот кого выше 50, рэп не понимает. Так IQ уже для 50 написан, вон много их сейчас. Слушайте. Это что за херня? Домик на дереве. Это получается просто болото, да. И что, туда можно зайти типа? А как туда залезть-то, подожди? Это ребята как-то построили, умудрились как-то. Вот так, почти. Это либо он... Забаговал, что ли? Нихера себе он забаговался. Я тоже так жил на болоте. Ветки. Тут же ветки эти самые, ну, нормальные, по ним лазить можно. Я думаю, это дерево срубить можно, а его нельзя срубить, получается. Нельзя срубить дерево? Во. Что за мудло такое, интересно? Вот я залез. Нет, там по ветке, вот по левой. Вот здесь идет. А, его нельзя ломать, это дерево. Хорошо. А как к нему войти? Я думаю, он ТП-шится, наверное. Не, вот здесь у меня сишки есть, давайте рванем, у меня сишки есть. Давай, взрывай его полностью. Взорви его реально домик. Давай взрывем к чертям собачьим, нафиг он ему нужен. Давай, иду. Поднимайтесь. Угу. Рэп для IQ 50. Опять летит. Тебе прям понравился, да? Не, ну а что его писать-то, он уже есть, что ты? Опа. Много, уже писать ничего не надо, уже заранее написан. У меня IQ. Дай мне ICQ. Дай мне ICQ. У меня IQ. У меня IQ. 50. Я застрял. Фиаско. Меня IQ. Ну что? Давай, Женька, давай. Бомби фундамент, наверное. У меня IQ. Я тебе сейчас про эту песенку спою. Блять, я не могу запрыгнуть эту ебату. Подожди, а как так? Почему? А я обратно вылезти не могу. Хибистика. Сейчас, подожди. Что-то пошло не так, мне пишут. У тебя IQ. У меня IQ. Олег, где ты не можешь залезть? А не так, не. Вот сюда иди, вот так вот. Олег, где ты не можешь залезть? Ладно. Хорошо, допустим, прям юморнул, прям вообще. О, вообще. Сквознячок. Обосраться, обдристаться. Давай, запускай. Юморной. Давай, Женечек. Запускай порцию юмора. Давай, Женя. Что-то пошло не так мне. Засади по юмору. Давай. За сандаль, ну. Сейчас попробуем. У меня просто в магазе были сишечки-то. В магазе сишечки. Покупал когда-то. Хватал за сисечки. Сисечки. Это песня, Женя, да, IQ, IQ, Женя, IQ. Для кого? Это уже побольше 60 IQ уже. Да, здесь уже повыше, да, для людей ценителей, ёпта, понимаешь, уже все поймут. Здесь хотя бы уже как бы это постарше стал, да, немножко. Хватал за сисечки.
И дергал писечки. Ну да, да, да. Ой, интеллектуальный ролик. Что происходит, блядь? Беги оттуда вообще-то. Да вообще-то нормально вроде. Воу! 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 У меня IQ! Воу! У меня IQ! Жень, две мало, наверное, три тоже. Три вообще-то засандалил. А что? Мало, это же... Это фундамент листа, этот сейчас, сейчас, иду, еще, еще, и у меня еще осталось три штуки. Сейчас. Давай. У меня... Вообще, IQ. Вообще, о! Я бы вообще вальнул бы его. Блин, насколько у меня лаксов? Я что делаю? Нет у тебя ничего. Смы, у меня пять лаксов, не хочешь? А, да? Серьезно? У меня семь. Ты накопил. Так, оружие. А где сихи-то? А, вот. Все, я могу лаксов. Сишку, все, я взял сишку. Я ноль лаксов. Давай, давай. Вообще отлично. Я. Уходите оттуда, да, там опасно. Че, это нихера. А если бы фундамент обвалился, бы топчик был вообще. Ну что-то как-то вообще... Так, у меня есть сиха, я готов забросить. Он либо, по-моему, сишек много что-то как-то. Ну, шесть штук я засандалил на фундик. И до этого еще сколько ушло? 2. А, Лиш, давай, 350 осталось, шибани сишку. Да я с радостью, я залезть не могу в эту ебаторию. А, так там с другой стороны залазить надо. Шо? Лежик, ты как а не родной? А у меня лак есть? Что ты, супер? Что ты, как это, блядь, ведешь себя, ёпта, блядь? 750 часов растет. Ведешь себя как бычка, как бычуган, ёпта. Растовские аристократы, блядь. Давай. Ростовод. Ростоводище. Стали и смотрят, как ебанет дом, да? Ничего, ну и что? А еще надо сишку одну. Давай туда, сандальные еще. У меня магазик не открывается сейчас. Магазик обрыгался, магазик. Магазик заточил пускает газик. Мазик. Подожди, у кого разрывные есть патрики? У кого разрывные патрики есть? 75, но мне кажется... Ну, давайте. Нет, это не вариант. Э-э-э-э-э! Ай! Что такое? Это Олежек там по нам палит, ну. Опа! 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 Домик повалился, смотри. А там еще дальше ебатория, как говорится. Нет? Еще дальше ебатория? Ага. Что-то сыпется, что-то сыпется. О, сыпется, сыпется. Смотри, там дверь открылась, пошли. В смысле дверь открылась? А вон дверь открыта. А как туда пролезешь-то? Да вот так, по ветке. Рейд дома на дереве. Вот это прикольно. Ну. Опа! Опа! Давай, давай, Жень, давай. Лапочки, ну ни хрена ж себе, какой дом! О, с подсадочкой, ау! Подсадочкой, давай, блядь! Ой, я пропал, пацаны! Там надо с подсадочкой, давай. Пацаны с подсадочкой. Давай, уже сиди в ямку, сядь. О, я внутри дома, но тут ни хрена нет. А как ты залез туда? Я вот с этого дерева. Тут надо еще взрывать дальше, ибо это все фейковое говно. Да? Серьезно? Антирейд, что ли? Блядь. Давай, ты сможешь дверь сломать. Чем? Тут нет двери, тут углы стоят везде. Дело мофукун. Давай. Дима, подсадочку надо. Во. Во. Я не понимаю. А ты без подсадки? На шифте, на шифте. Сколько у кого сишек еще есть? Да я, у меня магазин не открывается. Магазин открывался, сейчас не открывается теперь. На шифте не получается. На шиф... Так просто? Да вот, вообще. Вот, и повыше можно, смотрите сразу. А там еще проход. А вон ящик видно, подожди. Там, блядь, только не упасть бы с этого сраного говна. Куда ж ты бросил-то? Зачем там ящики? Да, пускай. Зачем ты бросил? Они сыпятся на нас все сейчас, ящики эти. Сейчас Лутецкий сам просыпется. Пацаны, а где вы? Ёпта. Бля, там можно было залезть, суки. Да сейчас залезем, ну. Sons of bitches, ну. Ну давай. Ах, ебическая сила. Так, как Женька, а ну присядь я на тебя и там дальше уже. Давай, давай, давай. Попробуем. Для лентяев способ. Смотри, вот Дима правильно, я тоже так вот пытался. Вот сюда, вот сюда вот. Я пытался. Бля, даже не прыгай ты, долбоеб. Вот. Он дурацко прыгает. А вон туда вот смотри, там фишка в том, что нет этого пола. То есть ты упадешь, тебе надо попасть чисто, короче, на дверную раму и туда перепрыгнуть. Так это... О, нормально, что там есть? Нормально, да. Патроны для дробовика, топоры. Может, есть... это? Лук новый, кстати. Что значит новый лук? А, там какой-то добавили, ждать, что-то такое. Да, композитный лук. Оппозитный? Лук оппозитный? Давайте вот снесем дом, вот. Да все рассыпется. Давай снесем дом, реально попробуем. Давай я фундик тут долблю, да и все. Давай. Бросай, бросай тут. Выходи, выходи, выходи. Все, нормально, да не прыгай далеко. Вот мы сядем, короче, попалим. Давай, Женечек. Зачем так далеко прыгнул, да? Блин, фундик надо еще долбить, что-то мало. Да надо, надо, а что делать? Сейчас долбну, что? Вот, молодец. То есть, подожди, там еще лутовая должна быть по кругу, наверное. Ну, у меня не помню, я как-то... Сейчас, у меня стор через раз работает. Думаю, сняться там. Ёп. Женя, ты просто пал. Я просто пафос. А кто-то тут секам, да? Пал секам, ну.
Скампал. Блин, офигенное место. Чисто раз, этот раз, господи. Чисто сталкер. Этот самый, сейчас. Стулкер. Не могу, потому что... А, сейчас, подожди. Да, сейчас. По-моему, истек, сейчас посмотрим. Нормиль, ты вообще как туда залез, объясни, пожалуйста. Ты прыгнул на раму эту, да? Да, с разбега. Сейчас я попробую перезайти, у меня прям что-то печально. А, вот, я тоже тут, все. А тут еще есть... А, ты все залутал, да? Че? Там, да, это... там смотри, там еще верхний этаж есть. Не, надо просто бомбануть, но все упадет на нас, эти сундуки упадут же с лутом совсем. Ну а из сундуков много упадет, он потеряется в смысле. Если Женя, то ничего не заберут, я вроде выше стоял, поэтому меня не взяли. Интересно. Чего? Испортили нам рейд. А, это тут не простреливается, ебать колотить. Нет, не постреляются, что ли? Слышишь, там стреляют вон, разрывными. Они сейчас думают, как это, наверное, мы так дом построили. Тут непробиваемо, слушай. Тут стреляешь вниз, да. Я стреляю ему в голову, не попадает ничего. Ребята, короче, про кто это. Чудо, конь, да? Не трогай нас, пожалуйста. Кто стреляет? Ха, нормально. Подожди, я как... Вот, минус один. Вон его брательник там прыгает. Они с пулеметами все тут, ёпта. Фига себе. Мажоры. Они еще думают, кто там стреляет, кто стреляет. Кто надо, тот стреляет. Вон это, мразь пишет. Я так мир. Я убил Зиморусу. Слышь, мир, так вы, они убили Нормуля, и они говорят, что не мир. Нихера себе мирный, блядь, мне таких мирных что-то не надо. Что за беда такая, это не мир, что-то не грамма, я смотрю. Там, короче, смотри, фишка в чем. То есть там не деревья имеют невидимые текстуры по бокам. Прикольно. То есть я в них стреляю, а в них не пробиваю. Они еще спрашивают, типа, что за херня такая? Типа я в них стреляю, они стреляют. Там, получается, ничего... моделька получается полноценная, как будто бы и... Пацаны, вы сюда вообще планируете, или я тут один туда? Я иду, сейчас 40 секунд, сейчас. Иду. Я уже давай, подхожу. Я тебе отправил запрос, давай. Слушай, давай, короче, ты же не сможешь принять? Да, еще. Олеж, прими меня. Примел, пытался. Примел. Строительство запрещено, я не могу. А на меня? А там шкаф чужой. Блин. Давай на меня, взорвать его. Женечек, давай на меня. Не, братишка. Сейчас. Я никого не буду оставлять. Зиморус опять пришел за своим лутом. Ха, нихера, блядь. Погиб, да. Так. Как они нас всех валят, так и мы будем всех валить. Ну да, что, что за ерунда такая? Блядь, не падали же, тут надо сидеть. Мы первые нашли этот дом. Это наш дом. На дереве. Да, и наш мы дом на тут, дереве. Мы тут сидим. Слушай, так вам бежать-то 2 минуты от дома. А все, мы уже рядом, сейчас я же... Все, за это самое, заходите, я вас жду благополучно. Тут 3 трупа лежит, вон прыгает. Нормально. Ну. Они прыгают, да? Один точно прибежал с оружием. Ага, я с луком, окей. Давай. Он не может понять, он типа видит меня, а может и не видит, я не знаю. Я взял твой пулик. Окей, там кто-то сгорел. Интересненько. Бригада Брейн. Да, я тоже прочитал. Так, а я почему-то под деревом оказался. И в странном месте вообще. Да-да-да, Женечка, ты рядом. Вот иди вперед за мной. На болото. Еще и разрывные пули. Вообще жопа. Блять, 1, 2, 3 чемодана с лутом. Там еще автомат чей-то крутится. Фига себе, вы тут придумали. Так, я на подходе. Это автомат мой крутится, кстати. Не-не-нет, я завалил Зиморусу этого, и у него был откуда пулемет. Откуда они стреляют? Не, он не понимает. Я тебе говорю, это они меня, получается, не видят. То есть я как-то так сел, видимо, снизу багуется, наверное, невидимой текстурой. И получается, что как читер валю их. Я под деревом. Я под деревом. А, это вы там шурухаетесь? А ну, аккуратненько. Да-да-да-да-да. Короче, вам надо как-то сюда. Я вас принял бы с радостью, но тут же дом. Нельзя, типа. Там шкаф надо сломать только, чтобы... Я не могу. Мой труп валяется, блин, он меня гасит. Опа, по вам кто стреляет? А где он примерно? Меня с пулемета гасит. Все, меня убили. Трассировка идет справа, по-моему. Ёпта. Да, там они вон, где мое тело валяется, там стреляет, короче. Сука, мразь. Я понимаю, я сверху на тебя смотрю. Я должен понять, слева или справа тебя стреляли. Где моя голова? Если посмотришь на труп, увидишь. С головы, короче. Сори, анкл, только пулик. Я анкл. Радости сколько, да? Я тебе говорю, доверять. Вот вспомни школьников с тех серий. Да. Вот когда, ребята, мир, все окей, все отлично. А потом они вышли, давайте их рейдить будем. Вот. Типа контент, да. Типа, ну да, они уже спрашивают, видос снимаете. А я не вижу их.
А, значит, смотри, он знает, что я его два раза убил, его друга. И в него немножко попал. То есть он сидит где-то возле дерева, либо слева, либо справа. Забавно. Он ждет, наверное, пока я выйду. Но я пока не выйду отсюда. Такое место, как козырное, конечно. Козырный местечок, да. Ну, надо было не вылазить. Эх, вот. Что там? Кого он стреляет? Кто-то еще кого стреляет? По мне стреляют. Бля, а какой он стороны примерно? Можешь сказать по этому? 290-300. Ага, справа от меня, получается, сидит. Ай-яй-яй! Что там происходит у вас? По мне стреляют. Не вижу его. Немножко вылез. Думал, может, найду его здесь. Немножко вылез. То есть он на 300 был, да, где-то там? Да. Ну, там. Там, где... Да, 300. Точно. Что там у вас за камень? Он наугад стреляет и по мне попадает каким-то образом. Меня не видно даже. Да, веселенькое дерьмо. Убил Нормуля, пишет. Да, как он так стреляет, не могу понять. Да это пулик. Пулик вообще элементарно стреляет. Он Стомсон убил? Какой пулик? Стомсон убил? Стомсон, да. Но, понимаешь, меня не видно было. Я на картонах сидел и за этими камышами. Ну, видно. Тут, короче, глюки, я тебе говорю. Дом просто адски забагованный, то есть... Они, получается, вообще не видят, где что происходит. Вот лук лежит. Так. Он, наверное, по логике ближе к Олегу вообще. Так, Нормуль, значит, смотри, надо, чтобы ты добежал или Женя добежал. Мы должны понять, где вы сориентируете меня, вы его отвлечете, я его попробую убить. Давай. То есть такой вариант действия. Я его здесь не вижу. Где угодно можно сидеть. Чем бы в него стрельнуть таким? Однако. Лут-то, он его друг залутанный лежит вот трупом здесь, на дереве повис. Это все сейчас исчезнет скоро. Вот, чё это плохо. Да. Интересная ситуация. Домик-то такой прям козырный. А понимаешь, на хорошее место, как говорится, видишь, сразу сбежались. Все слетаются. А то. Так что, пацаны, я вас жду. Ну так подожди, сейчас надо как-то это. Потому что я его не вижу. Он явно ждет же сидит. Ну, конечно, ждет, ничего себе. Я теоретически понял, где он сидит. Сейчас попробуем ему в спину зайти. Зиморус, да? Написано, ты его убил. А каким образом ты его без оружия убил? Он, нет, Зиморус погиб. А, да, как без... А, ну это разрывными патронами. Что-то косяк какой-то. Капец текстурки. Лутал свой труп. И опять помер. Ну, там проблема какая-то, да, там они, получается, это дерево, как один объект поставили, большой модель, и все, и там прозрачные стены. Так, короче, я должен вас дождаться, я просто спрыгну с дерева. Ну, я бегу. Я тоже. Вы когда подойдете к болоту, давайте как-то... Смотри, значит, там, где мы залезали, они справа оба. А точнее, один из них, одного я убил. Справа? Они слева? Были слева, 290, 300. Слева. Да, они на 300, 290, 300, да, они там были. Там и есть они, вот скорее всего. Смотрим. То есть мне надо спрыгнуть как-то, я должен где-то в деревьях сесть. А, вон вижу, вы идете. Он один. Ты нас на карте. Вон Нормуля, да, я вижу Нормуля, а Женю не вижу пока. Там Женя же, там рядом. Же. Женя чуть левее, даже еще левее от меня намного. Я просто решил, на 300 их точно нет. Я сейчас вот здесь лажу, ищу. Не, они где-то здесь. Я вот на картонах. Ну как же, только что были, они справа возле дома. Ну я просто смотрю как бы из выхода из дома, они справа были. На 290-300. Я, наверное, вылезу, что мне сидеть-то? Ну да, это что, долго будет так, это мозготрепство-то. Сейчас попробую пропасти, но навряд ли. Так, ну, Пали. Ну никто не ползает, тишина. То есть он сидит где-то и все. Я в камышах. Все, я залутал одного. Ох, ебать, сколько у них лута. Сишки у них автоматы здесь. Хера. Куда цели так? Пробуй домой улетать тогда. Как вариант. Слушай, вариант. Я сейчас поднимусь. Свой балут залутать, конечно. Да, выкинешь в ящик и на нас опять. Ну, туда-сюда будем сейчас бегать. А ты думаешь, я улетел? Блядь, я застрял. Че, упал? А, не, нормально. Слушай, я их не вижу здесь, где они поместят. Так, значит, что я забрал, короче? Я забрал калаш, я забрал патрончики, шмоточек немножко, ботиночки. Нет уже, что ли, ушли? Ну, не видать что-то пока. Да. Я вот сейчас вокруг оббежал. Ну, я сейчас к тебе приближаюсь, к дому. Я тоже приближаюсь. Так что предлагаете, домой сброситься? У меня просто сишка, смогу сиху бросить. Они тут хотели рейдить, видимо. Отвлечь хочешь, что ли, сишкой? Кто-то бегает по воде. Я брошу, знаешь, куда сишку? Вот сюда вот. У меня будет еще один проход.
Оп. Опа. Да, сейчас будет больно, готовься. Ну-ка, либо я помру, наверное, нет. А может и нет, а может заденет, блядь, хуй знает. Так хляпает-то? Опа. Опа, и там нет прохода. А теперь не тэпнешься, рейд-блок. Рейд-блок пошёл. Ай, насрать, я так удавалю. Да ладно, чё уж там, ну, пускай. А, там отлично. Ничего нет, печально. Надо дом этот под ноль снести, да? Кто-то прыгает, а это нормуль, господи. Я полутает, да. Тут немножко лута есть у него. А там моё валяется еще. А я пошел, короче. Блядь, нет. Домой? А, они тут не застревали, получится. Наверное, потому что там застрять можно в доме этом сраном. Там мой лут тоже где-то должен быть. Все, я побежал. Побежали, Женя, прикроешь. Ты хом один давай фигать. Дай тебе ружье, давай тебе. У меня где-то мой автомат там валялся. На тебе 140 патронов. Кто-то бежит. Нет? Ай! Да-да-да, смотри. Уходим, уходим, уходим. Со стороны кустов. Нет, ты бы на контроле лучше ползал-то. Дай мне пулемет-то. Сейчас, подожди. Я ж тебе пом дал. А, вот, держи. Вот, в воде. Да-да-да. Это по нормулю они так жахают, нихера? Да. Да. Вон он, голый. Помогите, а меня убили, там калаш. Там меня кто-то положил тоже. Собака, да. А, ты зараза. Вот и все. Я тебе говорю, там то простреливается, блядь, текстура. Да-да-да, там какой-то баг. С одной стороны может простреливаться, а с другой нет. Да, такой нюанс-то сейчас есть. Будешь увидеть, сейчас увидишь, как взорвется радости их, собственно, ликование. Ну еще бы, конечно, там. Сейчас будет то это еще удовольствие. Да, надо было реально ТП-шиться, короче, не париться. Угу. Только лута, да? Подожди, там кто нас убил? Я в одного с 35 забрал ХП. У меня Зиморус, но он, видимо, с другом прибежал с этой мразью. С этой мразью. Хорошо. Ладно. Кого из нас ты не узнал? Ёк, тут деревянная дверь. Третьего. Вот это Брейн. Это Женя. Это кто? А это нормуль. А почему он смотрит на Женю, а говорит про меня? Ну он сам не понял, по-моему, что сказал, ну. Он запутался уже. Пусть это скажет что-нибудь. Может, пойму, кто. Так вот, я говорю вот сейчас. Теперь... Ты говоришь сейчас. Ну да, нормуля. А вот посередине кто? Женя. Чего? Ты, по-моему, он обиделся, ушел. Он обиделся и ушел, ну. Вот это топчик. Так, стоп. Вот с копьем и с луком это Брейн. Да, это я, вот да. Вот это кто? А у него, по-моему, ники местами поменялись. Причем подходит ко мне, говорит, это же. Не знаю. Пацаны, ну чего вы парня пугаете? Ну по очереди скажите там, я Женя, там, я Олег и все. Я Олег, вот это, я Олег. Его ники меняются. Я Олег. Я Женя. А ты кто? Я Женя. Че пацана запутали? Пацана просто вы затеряли, он потерялся просто. Пацан просто припух там уже. Братан, короче. Что? Будем ставки делать. У нас стены сломаны. Так ничего, да почини, пока мы уйдем отсюда. Блин, жалко нету, кстати, знаешь, помощи подписчика. То есть он пока... А, кстати, Жень, подойди, стой. Ты не в команде. Лови. А, почему? Я... А это кто? Давай. Стоп! Я Дизи принял команду. Подожди, у нас не у него проблема, а у нормуля получается. Сейчас кикну. Ты нормально. А как ты ему бросил? То есть ты его ник прописал, что ли? Нет, а там, когда подходишь к человеку, да, близко подходишь, да. Назначить лидером, либо пригласить. Пошли ставки делать. И давно вы играете? Давно мы играем? Да уже часа два, наверное. 750 часов. Вчера только наиграли, да? За один день наиграли 750 часов. Взяли пацана. О, граната? С хуя? Да, граната висит, не знаю. Что за говно? Кто-то выиграл? А, это выиграл кто-то. Абстрактные игры, это плохо. Да. Ты, главное, правильно ставку сделай, и все. Все будет нормально. Я поставил, давай. Я ставлю на троечку. Давай на пятерку. Я на пятерку поставлю. Я на пятерку уже тоже поставил. Бля, я тоже на пятерку поставил. Значит, наш выигрыш. Давай, вдруг пятер. Все, погнали. Ты гнили. Ну и чё? Так, должна пятерка, короче, выпасть. Давай, родненькая, давай. Нет, ну как собака. Печалька, да?
Угу. Я на пятерку ставил, я проиграл. Убери. Я на единицу, сейчас можешь поднимем. Я тоже на пятерку ставил. Тоже на пятерку ставил. Удачи, пацаны! Я проиграл и расстроился. Я проиграл и расстроился просто, понимаешь? Убил Дизи, который не признал кого-то из нас. Бля, я Нормуль погиб от взрывчатки и брендит. Да. Что-то грустно стало как-то прям, что все погибли. В общем, Дизи, ты если смотришь, это Нормуль, мы с ним записываем последнюю уже серию, не помню сколько. Ты его не признал, либо у тебя какой-то глюк был. Так что, братишка, не обижайся. Там что-то перепутались там. Там что-то реально перепуталось, походу, потому что он подумает, что мы его затроллили. Я убил Дизи, я убил не Дизи, оказывается. Анкл мертв, как обычно. Ну, естественно, а вы что хотели? Прям живой был? Жизнь – роскошь в Расте, да, получается? Нет, я просто умею умирать красиво постоянно, причем. Вот ты... Это кто это? Это что, бля, ёб ты, бля. Что происходит? По нам что-то стреляет. Каким образом? Подождите. Позвольте. Извольте, сударь. Позвольте. Такого быть не может просто. Смысле? Не надо от этого. Кто стреляет? Ай. Что за ерунда? Нормуль, это ты, что ли, прикалываешься? Да нет, я за тебя стою в доме. А ну встань на мое место, может, я проклят реально. Не, я знаю, кто этот. Женя стреляет. Женя, ты что делаешь? Конечно. Чем интересно? Я пальцем стреляю, по-вашему? А это получается эти... Бандиты? Угу. Ай-яй-яй. А ну стань, давай это будет игра такая. Ты передо мной стоишь, я с тобой. Сейчас проверь. Не попадает, видишь, у тебя не попадает. Попадут в меня через тебя, вот надо проверить просто. Ага, я вот так присяду. Стреляйте. Ай-яй-яй. Видишь, не попали ни разу же. Да конечно, по мне попали. Они просто косят немножко. Жень, давай поиграем в игру. Какую? А, я понял вас. Ты смотрел фильм «Телохранитель» с Уитни Хьюстон? Да, конечно, конечно. Давай поиграем в игру «Телохранитель». Становись передо мной. Уитни Хьюстон. Что было? Кто-то рыгнул и меня позвал. Кто-то сказал так. Я услышал, ты такой... Так. Это что, Дизер пришел? Что, блин, происходит? Что за голос какой-то непонятный? Сейчас посмотрим. Не верю. Че за трэш происходит? А вон внизу челик. В нас доме челик. Я говорю, ловушка работает для человека. Это я. Смысл? Он говорит, смотри, народ, я не верил. Блять, он прошел в наш дом, закрытую дверь. Это я, это я. Вы нищеброды. Он говорит, а вы нищеброды. А вы никто. Ты слышишь, что это голос, блядь, сериала какого-то? Это нарезка же, ёпта. Тан-да-да-дан. Чё? Что происходит? Дело в шляпе. Дело в шляпе? Это Женя, наверное. Женя, это ты там угораешь, блядь? Жень, какого хера? Я. Я думал, ты какой-то школьник пришел. Думаю, ёбаный насос. Привет, это Навальный. Здорово! Навальный, здорово. Навальный. А я-то думаю, что-то голос знакомый какой-то. Давай кому-то подойдем. Давай кому-то подойдем. Надо. Только в следующей серии уже. Давайте встанете, телохранители, мои господа. Давайте передо мной. А подожди, ну-ка. Получи. Стой, стой, стой. Это Навальный. Привет, это Навальный. Привет, это Навальный. Нахуй я услышал, или не поз. Стой, Женечек, не уходи. Ну что, долго не стрелять-то будет? В макно ломают. А ну говори. В макно ломают. Давайте здесь закончим серию, продолжим уже в следующий раз, друзья. Я вас не съем. В следующей серии вас ждет еще больше интересного в Расте. Увидимся, услышимся, подписывайтесь. Пока-пока. Пока-пока.